Для меня приятное событие, что здесь оказался мой сын, что руководство увидело в нем солдата, отличника такого. Мне приятно, что мы с мужем воспитали такого сына. Как любая мама, конечно, переживаю за своего сына. Но пройдя уже больше года службы, как бы, конечно, материнское сердце уже успокоилось, так как его окружают хорошие ребята в коллективе.